Первые 6 кандидатур были предложены госадминистрацией и согласованы с Советом народных депутатов. Именно они сегодня выбирали вторую половину состава общественного совета района. Из 12 человек мы должны выбрать 6 человек. Мы должны выбрать именно тех людей, которые будут работать, кто будет активен. 5 кандидатур предложены общественными организациями, остальные 7 человек – самовыдвиженцы. Это люди разного возраста и социального статуса. Большинство из них имеют богатый опыт общественной деятельности и хорошо знакомы жителям города. Выборы прошли путем тайного голосования. Надеется и администрация, и местные советы, и общественная палата на плодотворную работу. Все должны делать для развития города, района и для республики в целом. Членами общественного совета не могут быть депутаты, представители исполнительной власти, а также члены политических партий. В ближайшие дни общественный совет района соберется на первое заседание, на котором им предстоит избрать председателя. Татьяна Сярова, Наталья Стратонова, Первый Приднестровский телеканал.